солнечной Болгарии уже в 9-й раз наша сцена станет орбитой для вокальных битв. Сегодня на нашей сцене развернется творческая схватка за право стать королем или королевой в вокальном искусстве. И, конечно, самая сложная миссия сегодня лежит на членах нашего уважаемого жюри. Так давайте вместе аплодисментами поприветствуем Евгения Волкончик, педагог по вокалу, художественный руководитель и дирижер детских и юношеских хоров, который является многократными победителями многих международных конкурсов и фестивалей, постоянный член жюри на конкурсах детских и юношеских хоров в Литве. Евгения Волкончиня, Шауляй, Литва! Белорусская певица, солистка Могилевской областной филармонии, лауреат телевизионных конкурсов и фестивалей, художественный руководитель продюсерского центра «Ступени», преподаватель эстрадного вокала Могилев, Беларусь. Следующий член нашего уважаемого жюри Евгений Глинский, балетмейстер, хореограф-постановщик, артист балета, солист высшей категории по направлению народный танец, педагог современных направлений, лауреат международных конкурсов по современной хореографии, хореограф, постановщик многочисленных государственных проектов Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь. Алла Ганшина, автор психологического пламя, руководитель вокально-хореографической студии «Колеровые гармоники», учредитель международного фестивального проекта «Волна идей», Минск, Республика Беларусь. И, конечно же, самая сложная миссия сегодня лежит на самом первом участнике нашего конкурсного дня. Номинация «Академический вокал. Соло от 17 лет». Эстелла Алиновичунде с композицией «Скирки, скирки». Встречайте на сцене нашего фестиваля.
А следующую нашу конкурсную программу продолжит номинация «Джазовый вокал. Соло 8-9 лет». На сцену выходит Александра Хромченко с композицией «This is a man's world». Встречайте!
Перлюгас.
Номинация «Народный вокал. Ансамбль. Смешанная возрастная категория». Давайте встретим самыми бурными аплодисментами. Oh!
уходила в лес. Народный вокал, трио 10-12 лет. Тунелопольный, а ты дуак юный.
на сцене нашего фестиваля, уважаемые гости и участники. После следующего конкурсного номера пройдет репетиция следующего блока. Просьба участников фестиваля потихоньку подниматься к нам за сцену, но конкурсную программу продолжит Анастасия Богданова с композицией «Люба Братце». Номинация «Народный вокал. Соло от 17 лет». Тушь.
Анастасия Бабанова завершила первый блок нашего сегодняшнего конкурсного дня. Сейчас пройдет репетиция второго блока. И на сцену поднимается детская творческая студия «Триумф». Первым будет репетировать. Дальше.